И как мы видим, беспорядки продолжаются даже в ночное время. Разбитые витрины, горящие машины, хаос. Мирные демонстрации закончились в тот момент, когда представитель Taxi One заявил, что компания не намерена вести переговоры с протестующими и больше не планирует давать комментарии на эту тему. Напомним, 2 недели назад Taxi One объявила о расторжении договоров со своими сотрудниками и выпустила на дороге автономные такси. В ответ на это уволенные работники вышли на улицы. Несмотря на масштабные протесты и усиленный режим работы специальной службы, официальной власти молчат. Официальной власти? Что вразумительного могут сказать официальные власти? Неужели не очевидно? Прошли те времена, когда человек рождался в семье инженера, учился на инженера и до пенсии получал свои 120 рублей с пути в год. Ах да, и детишки его тоже становились инженерами. Это называлось «пойти по штопам». Забудьте, вы хотели прогресса, вы его получили. Теперь кем быть решать не мама с папой, а компьютерные гении. Почему они? А вы задайтесь вопросом, что вы можете сделать лучше, чем компьютер, а? Быть может, именно сейчас в секретных бункерах какой-нибудь корпорации размышляют над тем, кого из вас, мои плюшевые друзья, лишить работы. А может, этим занят очередной компьютерный задрот прямо у вас на стенке? Поверьте моим словам, каждый из нас скоро будет искать место под солнцем. Кто там на очереди? Врачи? Готов поспорить, что искусственный интеллект может кромсать человеческие тушки покруче любого хирурга. А дальше повар, строитель, уборщик, учитель, капитан корабля, бухгалтер, продавец, рабочий, промышленный рабочий платок. Начало.